Слушай, там еще в другую сторону можно сходить. Серьезно? Подожди, там пицца-машина. А что они смеются надо мной? А да, нет еды. Да. И у меня слабое оружие, говорит. Да. Просто прыгни в лаву. А, и больше мы не можем заплатить за респаун? Что? А, ладно. Это страшный Ларри. Всем привет, котята, меня зовут Лана. И что это? Возвращение Брейкина. Смотрите, где мы? Что это? Первая реакция, первое впечатление. Привет, Лео. Давненько мы вообще в эту историю не играли. Да, я вообще-то, честно говоря, удивлен, что вообще вышло продолжение этой игры. Всем привет. И, кажется, это продолжение от тех же создателей. Вот здесь телепорт в предыдущую игру. Угу. Все выглядит прям, ну, очень похоже. Мы выбрали роли такие достаточно помогательные. У меня аптечка у Лео убита. Так что будем стараться выживать, но не факт, что у нас получится. Ребят, мы только-только зашли в эту игру. Мы даже еще не знаем. Ой, смотри, тут вот сюда надо идти, говорят. Ага. Ага. Да. Вот. И мы понятия не имеем, почему, кстати, едем на каком-то пожарном грузовике или что это вообще. Это эвакуатор, кажется. Почему потеряние? Да, это для того, чтобы эвакуировать людей. Это эвакуатор для людей. Ну, тогда давай эвакуируемся отсюда в интересную историю. Давай. Итак, это этот кемпинг был просто катастрофой. А, мы поехали куда-то в лес? Мы заблудились. Да. Стоп. О, ты чё? Ты подожди. Что с тобой? Я у тебя тоже черный мужик какой-то? Да. В тумане. Вау. Так и должно быть, или это какие-то лаги? У нас машина сломалась, кстати. Отмотайте меня обратно. Лео, давай-ка ты вот не подходи ко мне, и все будет хорошо. О, яблочко, смотри. А, какой? Дай мне яблочко. Может быть, если я съем яблоко, то это, я встану обратно с собой. Не знаю. Блин, еще и дождь пошел. Какие-то сплошные приключения. Нам нужно укрытие. Яблоки оказались неспелыми. Да? Да. Ну ладно. Почему? Я какой-то... Я не знаю даже, кто это. Это призрак или это мужик, который обвалялся в гудроне? Что происходит? Не знаю, может, пытался починить машину, немножечко запачкался. Возможно. Так, нам нужно забраться... А ты видишь, куда нам нужно забраться? Я не знаю. Написано, что это... Какой-то, может быть, в пещеру? Что? Мне упала градина на голову, очень больно. А, это не градина, это прям, знаешь, как будто бы откалываются... Куски Эвереста, и прям падает эта верхушечка. Да. А, ладно. Или огромные кубики для напитков. Да-да, гигантские, которые, знаешь, да, не растолкали. Мамочки! И это что? Непонятно. Осторожней, собака! Осторожней, ты поскользнулся. Да, все в порядке, я всего лишь сломал себе левую лодыжку. Ну, по тебе не видно, у тебя выглядит как будто все хорошо. Так, да? Ну что ж, мы здесь. Огромное помещение. Не доставай оружие. Тут. О! Так, кажется. Что это? Это большой жидкокристаллический экран. Воу. И кто-то в тюрьме! Секретная, зловещая, злодейская база. Да. Кстати, в тюрьме, по-моему, тот мужик из города, помнишь? А. Ой, а это кто? А. Ага, а вот и собака. Ага. Стоп, подожди. А вот и ребята. Я, кажется, один из этих парней. Видишь, они тоже все в черном. Да, судя по всему, ты один из них. Возможно, знаешь, это такой спойлер, и ты потом перейдешь на сторону зла, но пока что мы этого не знаем, знают только зрители, которые смотрят такие, ну, он же выглядит как один из плохих, вот, а на самом деле, да. А где моя маска? Мне должны маску дать? Ну, это уже, я не знаю. Слушай, ты реально как монстр из лагеря, ужас. Так, это что, нам надо выбрать, куда идти, в тренажерку? Подраться с плохими парнями за деньги? Или пошли, потренируемся сначала. О! Да, мне кажется, для этого нужно... Что, подожди, а тут, откуда у тебя лом? А вот там валялся. Валялся лом, а я хожу с этой битой, да, дурацкой? Ну ладно. Так. Так, секундочку, а как тренировать? А как ты тренируешься? Я вот так вот просто ложусь, смотри, сначала руки согнуты в локтях, а потом вот так вот разгинаешь их. Спасибо, я поняла. А я думала, что тут надо как-то нажимать или не надо нажимать. Ну, я вроде нажимаю, я не знаю, нужно это делать или нет. Да, нужно, нужно. Нужно? Определенно. Ага. Я узнал, что руки просто сами по себе не разгинаются в локтях. Приходится надо усилия прилагать. Да, к сожалению. Блин. Вот. Понятно. И поэтому я, короче, вот открыл, когда эту тактику... Эту технику я сразу стал здесь самым главным качком. Ну, тут вообще нас всего два качка. А я думала, ты среди тех, ну, твои друзья вот эти, которые такие же, как ты, выглядят немного опасно. Да, так. Они не мои друзья. Я не знаю, я тут ни при чем, меня подставили. Слушай, я накачалась. Ой, я могу еще побегать?
Слушай, ладно, подожди секунду. Если ты накачалась до второго уровня, то потом у тебя за счет поднимания вот этой вот штанги поднимается еще и сила твоего оружия. Слушай, это неплохо, но я хочу еще ноги прокачать. Нельзя пропускать день ног. А, да, это очень важно, очень важно. А, Лео, мы тут пока с тобой качаемся, у них какое-то начнется через несколько секунд что-то. Я не успею ноги докачать, что ли? А, эй! Вот же подстава, я заплатил за абонемент на год. Да. Зловещие новости. Тело страшного Ларри пропало. О, нет. Группа нубов ворвалась на нашу базу. Подожди, как-то я не нуб, я один из вас, посмотрите. Что? Ага. Мы готовим три волны сопротивления для того, чтобы противостоять им. И наш новый лидер — это страшная Мэри. Но она не выглядит страшной. Ну да, она выглядит как бабушка. Да. О, нет, это к нам едут уже. За вами выехали. Первая волна. Окей. Так, а как не смотреть в телек? А можно мне докачаться? Мне тоже надо. Я займу твою дорожку, она уже разогрета. Спасибо большое. Так, а нам нужно middle room. Это где, кстати? Это какая-то центральная комната, да, наверное, она где-то там. О, все, я прокачала себе кроссовку. А, да? Спускаемся, Лео. Вот, нам сюда нужно, а то тебя не пустят в битву. Ладно, все, окей. Битва так битва. Так, тут нарисована собачка, младенец или дед с бородой и еще кто-то. Подожди, это младенец? По-моему, это какой-то червь в очках и шляпе. Да, либо тот дед, которого там... Вот и они. Первые эти... Ага. Они свои маски прокачали. Нет. У них тут теперь эти розочки нарисованы. Получайте! Ну да. Слушай, ничего себе, ты их выносишь. Да, еще и деньги. Деньги их забираю. Я одновременно бью их и граблю. И кто здесь плохой парень? О, я тоже хочу немножечко денег. Ну, мы уже... Так, а подожди, я похилить тебя, может быть? Не надо, меня вообще почти не ударили. Ну, у тебя пол хп. Оно у меня столько и было, это все я потратил на штангу. Я подрался со штангой, и, в общем, она ранила меня. Можно что-то прикупить или забрать денежки вот отсюда. Оу, еще грабежи, обожаю. Я хочу купить себе печенье. Я всегда мечтал об этом печенье. Так, а что на печенье не тыкается, что ли? Эй, как мне купить что-то? Яблоки? Надо купить сначала все яблоки, и только потом тебе будут давать печенье. Ну я возьму... Блин, да в смысле? Я потратила 25 только что. Так, кажется, погода прокачалась. Угу. И там теперь гораздо меньше всяких неприятных погодных условий. То есть лед, скорее всего, не падает прям тебе на голову. Угу. Ну это приятно, но нам разве нужно уходить? Я не собираюсь, я готовлюсь к следующей волне. И, наверное, стоит посетить качалку. Я пойду в качалку. А может быть, стоит посетить драку? Драку? Мы обещали, что вот здесь можно будет подраться. Где именно? Как? Мы что? А разве сейчас это не была драка? Нет, смотри, вот здесь. Сейчас посмотрю. Лео, тут меня... О! Это что? Это... А! Вот, посмотри, точно такой же чувак. Отдай маску. Видела, да? С одного удара. Да, и денег с него еще. А, получаете. Пришло. Ладно, короче, мне нужно лечение срочно. Ой, сейчас. Так, слегонца, немножечко. Вот. О, спасибо. Спасибо. Шикарно. Супер. Получайте. Из них денег сыпется. Интересно. Просто тонны. Да. Слушай, а почему мы сразу сюда не пошли, а пошли в качалку? Потому что для того, чтобы... Денег больше получили. Вот так с одного удара, чтобы бить всех... Ой, мне плохо. Нужно качаться. Так что, ладно, ты там дерись, а я пошел это... Я уже не буду драться. Нет? Я не могу себя вылечить. Я пойду куплю себе яблок. Вторая волна, а я еще не докачал бицуху. А если мы не спустимся, что будет? Я даже не знаю, они поднимутся и убьют нас? То есть они начнут драться не палками своими, а пистолетами, допустим. О нет, ладно, лучше тогда палками, сейчас спущусь тоже. Надо добежать на дорожке, но я могу не успеть. Ой, Лео, тут закрывается! Меня чуть не закрыли! Ладно, окей. Жесть какая. В целом у меня была довольно неплохая сила удара еще и до этой качалки, так что... В принципе, я думаю, что и так справимся. А, вот и они, посмотри. Вау! О, какие-то они более сильные. Да, они привезли с собой своих старших братьев. Давай-ка ты их лупи, если что, потому что я особо не могу лечиться. Слушай, ну они... О нет, мне кажется, хана. Они нормально так наваливают, честно говоря. Так, сейчас я тебя полечу. Давай. Так, сейчас. Я пытаюсь. Я пытаюсь спасти тебя. Что, я полечила? Тебя, ну, не вовремя. Я тоже погибла. Так, хорошо, давай-ка респавн. Аж целых 45 робоксов, ничего себе. Ой, Лео, ты реанимировался, ты настоящий теперь. Да. Это теперь... стоило 45 робоксов. Определенно стоило. Я планировал это с самого начала, но вот получилось только сейчас. Волна вторая завершена, но еще
не завершена наша прокачка, так что это, нужно тренироваться, они прям дают нам времени. Это, знаешь, типа я форы. Я немного переживаю, потому что мне кажется, что с третьей волной будет справиться еще сложнее. Я попробую. Мне кажется, что должно очень неплохо подняться сила удара и все остальное, если я доведу до конца это все. Я, кстати, уже почти получил четвертый кулак. Ого. Готово. Уровень 4 есть. А у меня уровень 4 ног. И пойду-ка я сбегаю на улицу. Возможно, там будет что-то интересное. Воу. Что это? Эксперимент 9 на страшном Ларе в прогрессе происходит прямо сейчас. И они, кажется, закоротили энергию здесь. Я немножечко кручу, собственно, педали, чтобы запустить какую-то штуку. А почему энергия пропала именно в тот момент, когда ты вышла из здания? Ты случайно не работаешь на этих ребят? Нет, это ты работаешь на этих ребят. Я же и нормально выгляжу, и все тут хорошо. Давай, крути педали. Смотри, как я быстро кручу. Я же тоже выгляжу нормально. Смотри, мы почти одинаково выглядим. Ну, это ты сейчас, ты замаскировался. Я теперь не могу смотреть. У меня вот это вот моя одна нога и твои 4. Ага. Так странно. Но у меня всего 2 кулака, поэтому тут ты, конечно, немножечко превосходишь. Так, мы должны сейчас... Да! 2 кулака? Мы 4 вернули. Кулака? Лео. Ты хочешь, чтобы мы избили генератор? Я не знаю, что я хочу, но тут собака, а еще нарисованы 4... Ну, ноги. А, вторая лодыжка сломана. Рекомендовано, я пойду... Ой, а может ты не иди сюда? Тут только те, кто бегает быстро. Но... Я попробую. Хорошо, ладно. А то есть ты хочешь погоняться с собакой, что ли? А я не знаю. Ладно, иди туда и расскажешь мне, что там. Хорошо. Там еще что-то светится зеленое. Какая хорошенькая собачка. То есть табличка солгала? Да. А, тут водичка. Ага. И ее можно выпить, чтобы тренироваться в, собственно... тренажерки. Ага. Я не знаю, я просто украла у собаки воду. Подожди. Бутылочку. Бутылка собачьей воды у тебя? Окей, да. Ладно. Сейчас я... Ну, это обычная бутылка воды. Вот она, смотри. Ага. Наверное, это энергетик. То есть, наверное, она дает тебе быстрее прокачку. Да, я пойду попробую прокачать руки, потому что ноги у меня уже вроде хорошо прокачаны. А я пойду... Слушай, там еще в другую сторону можно сходить. Серьезно? Подожди, там пицца-машина. Ага. Там все в порядке. Так, ну, ладно. Наверное, я... Это ты не успеешь, Жилео, не успеешь. Я успею, успею, смотри. Оп. Лео, нет. Я успел, все. Выпрыгивай. Вот, видишь, я все успел, я говорил, что успею. Ладно, нормально. Так, кого они на этот раз приведут? В прошлый раз они привели старших братьев, теперь кого, деда? Да, я думаю, да. Огромный такой накачанный дед. Там целых 3 грузовика едут. Блин, ладно, это будет проблемка. Наверное, не стоит лезть прям на рожон, нужно будет попробовать как-то, не знаю даже. Давай я буду бегать чуть подальше и хилить тебя. Как тебе такое? Да, давай. О, нет! Вот и дед! Это дед! Дед! Так, я буду вот так вот прыгать по головам. Да хватит избивать меня. Чуваки, вы вообще в курсе, что это нечестно? Надо как-то драться, знаете, по правилам, правилам уличного боя парней в масках. А, сейчас, Лео, ладно, ты подожди. Там говори, когда, когда хилить. Вот прям сейчас можно немножечко так слегонца, оп, получайте, и деньги ваши заберу. Так, спасибо. О, слушай, вроде хорошо отхилило, да? Да, прям целиком все. Нормально. Что это? Мы выполнили 3 каких-то условия? И активировали деда? Возможно, мы не активировали деда. Тут собачка, видишь? А, слушай, я приходила к собачке, но надо было ее как-то сюда, наверное, заманить. А-а-а. Возможно, они бы нам помогали. Собачка, кто-то еще и дед. Ладно. Но, к сожалению, этого не произошло. Не произошло, так, но... Так, Лео, давай, я тебя подхиливаю, а ты дерись. Хорошо. Знаешь, этот чувак... Ну ладно, он очень медленно размахивается, так что, в принципе, может быть, у меня даже есть шанс. Ладно, ладно, оу-оу-оу-эйт. Так, отойди от нее. Давай-ка мы с тобой разберемся здесь. Я дам тебе печеньку, если ты не будешь нас бить. Но, вообще, честно говоря, он какой-то... какой-то. Слушай, он прям... даже проще, чем эти ребят, по-моему. Да, он настолько медленный. Главное уворачиваться. Может, тоже его полуплю немного? А, вот чуть-чуть он... Ой, по мне он заехал. Сломал тебе колено? Так. Он сломал, да. Плечу. Спасибо. Ну так вот, кстати, его можно избивать прям лежа. Я просто лежа его бью, и он все равно бьется. Нормально. А че он такой слабак-то, я не могу понять. Лео, у меня закончилась аптечка, если что. А, ничего страшного. Все? Ау, сказал. Все. Этот парень тоже закончился. Подожди, у него было 3 щита нарисовано. А, все. Да. Мы, кажется, захватили базу. Тебе тоже дали бейдж? Да. Да, шикарно. Это наша база теперь.
Круто. Роскошно. Ну, мы как бы и так тут хозяйничали. Ну, мы хозяйничали, но хозяева-то были недовольны и отсылали к нам своих друзей, а теперь никто не будет никого отсылать, можно прям качаться целыми днями. Да, в этом смысл. Это симулятор. Да, это симулятор базы для качков. Ага. Так, я попробую немножко подхилиться. Да хватит! А, мы же забыли, что здесь есть еще эта леди. С меня довольно! Вы слишком долго доставали меня. Что? Так что теперь пришла пора воспользоваться результатами моих экспериментов. Да-да, вы очень умны. Вы ворвались ко мне и захватили мою базу. Ага. Но теперь пришло время увидеть, над чем же я там работала за этим сейфом. Это будет весело. Почему это будет весело? Я, блин, не успела вылечиться. А, не знаю. Ну ладно. Я, может, печеньку смогу бросить? Она не выбрасывается. Да не, себе оставь. У меня аптечки больше нет, я не смогу тебя полечить. Нам надо вниз, я так предполагаю, да? А откуда ты знаешь, что оно ведет вниз? А она сказала там внизу. Правда? Ладно. Ну да. Ладно, ты хорошо. Ты же сам переводил. Ладно, пока что я тебе верю. А почему ты меня подозреваешь в чем-то? Я не знаю. Смотри, что это? Что это? Тестовый субъект. Что смотри. Ты можешь сделать? Можно что-то вот, значит, его шляпа здесь. Что она здесь делает? Хочу вот этот лом. Золотой лом? Он не дают. Где же сам Ларри? Может, это он здесь будет. Хотя он, по-моему, там в тюрьме был. Или это был не Ларри, это был какой-то другой дед. Так, не хватает батареек. Я нашел одну. Кажется, нам нужно... Ага, обыскать все мусорки. Я вообще-то научился рыться в мусорках после игры про симуляторы выращивания детей, так что... Да-да-да. Кстати, классная игра. Вы можете перейти на канал Лео новый. О! О, да. И там посмотреть. Мы там прям хорошо выращивали, пока у меня не убили мою взрослую дочь. Но это ладно, это уже детали. В общем, ссылочка будет там в описании и вот где-нибудь вот тут сбоку. А кажется, нам сейчас конец. Там новая волна очень и... Очень страшная дверь. А бабуля-то... Что? Трехметровая? А как мы с этим справимся? Понятия не имею. Так, а это нормально, что я где-то... Мама. На краю. А, ну, так... мы встретились в последний раз. Вы ворвались в мою базу. Ага. И теперь у меня из-за вас слишком много проблем. Вы хотите узнать, что же случилось со страшным Ларри? Он был слабаком, и мы его исправили. Угу. И теперь познакомьтесь. А. О, боже, у меня коленки трясутся. Вы не натренировали скорость, мне сказали. Как вы собираетесь со мной справиться? А я не натренировала силу. Да. Да. И у вас нету еды. А что они смеются надо мной? А у вас да, нет еды. Да. И у меня слабое оружие, говорит. Да. Просто прыгни в лаву и... Что? Кажется, Лана, мы сюда пришли очень неподготовленными. Надо было накупить себе всякой фигни, тем более у нас деньги есть. Вы не взяли никого себе в команду, никакой собаки, никакого деда. Посмотрите YouTube, да? Так, да. Ну, мы сами снимаем на YouTube. Мы первый раз зашли в игру. Вообще-то буллинг какой-то. Так, мост упадет, если мы не пойдем к ней. Так, ладно, давай разбираться. В общем, хилиться нечем. Нужно было спасти еще какого-то дядюшку. У нас есть робоксы. А, ну да, кстати. Вот этого она не учла. Оу, оу. Получайте. Так, и что там? Пока живы. Что это? Это кетчуп? Не думаю. Ладно, я не хотел умереть в кетчупе. Я тоже. Но мы вроде не должны. Ага. А, вот она спрыгивает, смотри. Ага. Ларри нужно было крутить механизм на спине. А вот что с ней надо делать? Тоже похоже на то, смотри. Ага. Механизм присутствует. Золотой лом присутствует. Давайте потанцуем. Потанцуем. Я не хочу. Начнем с медленного танца. Окей, хорошо. А я готов потанцевать, я давно не танцевал. Опа. Вау, у нее атаки очень похожи на атаки Ларри. Да. Слушай, а вот этот цветок, не стоит ли его как-то подубасить, не думаешь? А, он, и я вот сейчас подошел, да, и он тебя колет своими этими иголками. Да. Этот тогда цветок не работает надо. На нее. Ага. Что у нее там? А, новые какие-то, ага. Она продолжает танцевать, только теперь с шипами. Угу. Я понял, что это. Эта бабка купила себе классную кожаную куртку, такую байкерскую, с шипами, и думает, что теперь она типа модная. Оу! Нормально. Слушай, да мы вполне даже без робоксов с ней справимся, мне кажется. А она сказала, что... Ну, если, конечно, она... Это медленный танец. Что ж, давайте разогреемся. Вам понадобится быть сильнее и быстрее. О, нет, так. Так, вот сюда отходим. Да. Пока вроде ничего ужасного, если только сейчас оттуда... Смотри, сейчас другая будет. Надо вот сюда, наверное. Да, точно. Так, дальше. Что следующее, надо вот сюда в конец. Ага. Ну, вообще, честно говоря, пока что они не слишком быстро-то выливают свой этот сметаносный кетчуп. Будет четвертая или нет? Пока ничего не видно вроде. Ну, давай, значит... бабуль, спускайся. Что ж, потанцуем, теперь побыстрее. О, вау. Ага. Так, появились опять эти цветочные ядовитые штуки. Может, ее нужно на них направлять?
5. А, думаешь, это ее ослабит? Я вообще не было знаю. Бы прикольно. Вот, смотри, она вот она едет. Нет, она проходит сквозь них. Ага. Честно говоря, бабулька не такая уж и сложная. Я думал, что будет как-то похуже. Она так прям. Ну, так бабулька же все-таки. Обещала нам тут настоящий кошмар и ужас, а тут просто, ну, типа, ну, потанцевали мы с твоей байкерской курткой, и что? А, вот. Так. Нажимаю. Воу! Шикарно. Ого, издалека так? А, я просто битый дотянулся до ее этой штуки, а, и все. А, нормально. Так, что у нас там откуда? Так, вот сюда вот. Вы слабаки, этого вы не переживете. Ну, мы проверим. А, бабуль, так, вот тут, вот. Пока что как-то вот... Ничего не меняется, да? Да. Может быть, лео, то, лео, что вот сюда вот. Для лео, нее лео. Быстрое, это для нас медленное. Ну, да, потому что она такая немножечко бабулька. Так, беги! Я бегу. Тебя по пяткам не жжет? Нет, у меня показывают вообще другие, я так понимаю. Да, у нас с тобой они разные немножко. Хорошо. То есть, потому что ты у меня бежала вперед, а у меня вот сейчас ты бежишь, например, ага, по кетчупу. Все, поняла. Главное, что ей недолго осталось. Да, что? Скажешь, что мы сейчас потанцуем еще быстрее, да? Да. Пришло время для финального танца. Смотри, она не останавливается, она чуть-чуть на тебя нацелилась. Ну ничего, нормально. Вау. Вау, еще больше цветов. Так. Ой. Аккуратнее. Я-то думаю, о чем мне так плохо? Это от цветов. Да. Она немножко закрутилась. Мне кажется, сейчас все. Она должна... Да! Добивай! Нет? Добивай, Лана! Нет, ладно. Да ладно. Что, половина? Это нечестно! Бабка жульничает! Мы не были готовы к этому. Вы что думаете, вы победили меня? Вы что думали, это и будет тот бой, к которому вам нужно было готовиться? Мы не можем заплатить за респаун? Что? Ладно. Это страшный Ларри. Вау. Подожди, мы получили бейдж. Лана, я знаю, на какую игру это отсылочка. А я не знаю. Есть новая игра про какого-то ушастого кролика или зайца. Там типа все такое в духе мюзикла. Ну, вообще, пока не сложно, если он слишком сильно не ускорится. А как его бить-то? Так, он что-то перезагружается там. Ага. Вау. Ой. Там слева парни из оркестра играют, видишь? Да. Вау. Так, а у тебя нет лечилок, да, никаких? Нет, никаких. Ладно, попробуем разобраться с ними таким вот способом, руками. Лео, я прыгаю у них на головах. Меня сейчас убьют. Я спасаю. Сейчас, секунду. Блин, да чё он к тебе прям прилип, а? Я не знаю. У тебя как по здоровью вообще? Очень мало. Совсем я вас последний даже... удар у меня остался. Догнать не могу вас. Так, этот есть. Надо его добить. Да, давай, отлично, шикарно. Почему-то я боюсь, что мы не выживем. Где этот страшный Ларри достал такие классные перчатки? Вау! Что? Я умерла. Я тоже почти умер, так что это, сейчас я присоединюсь к тебе. Я не могу респавнуться, и я не могу понаблюдать за тобой даже. Все? Все, это конец. Окей. Слушайте, ребят, это немного неожиданно на самом деле, да? Да. Слушайте, ребят, на самом деле это неплохо для первого раза. Мы самый первый раз зашли в игру. Возможно, может было бы и лучше, но... Я думаю, что в следующем видео, а их будет еще много, я думаю, что на канале у Лео, и я еще тоже что-нибудь такое сниму, мы вернемся сюда. Ну, а на сегодня это все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, и увидимся в следующих видео. Всем пока! Пока!